Акт второй. Восстание Кейна, ребят. 2046 год. Легион, время пробуждаться. Пророк готовится к перерождению. Тиберии покрывают большую часть поверхности планеты, и это не предел. Предсказание Кейна начало сбываться. Наконец-то, сестра. Ты полагаешь, мы действуем слишком медленно? Я не хотела оскорбить вас. Простите. Не извиняйся, Алекса. Нам предстоит долгая борьба. Я разделяю твое нетерпение. Добро пожаловать, дитя мое. Я рад, что ты вернулся. Аббатиса Алекса — человек крайне страстный в вере своей и преданный нашему делу. Пока ты спал, наши технологии шагнули далеко вперед. Мы едины и очень сильны. Аббатиса, ты говорила Легиону о Филадельфии? Я как раз собиралась, владыка. Это центр управления ионными орудиями ГСБ. Если мы хотим вернуть Тацит, необходимо уничтожить ее. Мне очень нужен Тацит, дитя мое. Это наш ключ к будущему, к нашему возвышению, ибо в нем заключены мощь и мудрость больше, нежели можно себе представить. Сестра Алекса поможет тебе избрать верный путь. Один путь, одна цель. Ну тогда по праву сильного, как говорил Алекса, мы приступаем к выполнению новой задачи во имя Братства Нот. Итак, во имя Кейна начинаем нашу следующую задание. Легион, наше оружие все еще позорит пророка. Собери войска, проникни в научный центр ГСБ в Южной Африке и захвати его для Братства. Но помни, ионное орудие ГСБ слишком опасно. Наш враг должен оставаться в полном неведении. Мы крылья братства. Да без проблем. Поступило сообщение. Это если разобраться, то у нас получается, надо уничтожить центр управления, да, который управляет ионным орудием, потом надо само ионное орудие обезвредить. Нам удалось временно вывести из строя ионные орудия ГСБ. Ваша задача — уничтожить научный центр, прежде чем оборонительная система будет активирована. Ясно, понял. Обнаружим. Приступаем. О. Объект потерян. Первое героическое у нас подразделение пало смертью храбрых. Ясно. Ракетчики. Ясно. Я поняла. Согласна. Я поняла. Согласна. Давай, взрывай. Объект потерян. Ясно. Иду. Всего хорошего. Ну-ка. Ручная работа. Интересно посмотреть, обесточит всего она это, хорошего. Нет? Мой ход. Ясно. Нет, не обесточивает она. Надо в любом случае взрывать, да? Всего хорошего. Иду. Ясно. Как бы мы не хотели ход. Это сделать, в любом случае надо обесточивать, да? Сейчас рухнет. Иду. Идем. Так, согласна. Ладно, давайте дальше, ребята. Двигаем. Обнаружим. Да. Парочка фотографий со спутника нам бы явно не повредила. Что там у нас? Тени. Без следа. При чем тут тени вообще? Отставить. Так, стой. Да куда вы? Ребята, ну куда вам? Вам что, блядь, приказ отдавали, чтобы туда идти? Это... Не исполняйте, когда не надо. Не слышно. Вот сюда вот. Это есть энергостанция. Конечно, есть. Держимся в тени. Мы бьем из тени. Доставка на дом?
Наверное, лучше было бы туда их отправить всех. Взрыв заказывали? Так, они обесточены. Все, да? Тени. Нас не слышим. Смерть идет. Тень скроет нас. Сторожевые вышки. В этом секторе находится энергостанция, обеспечивающая питанием сторожевую вышку. Уничтожьте. Да знаю, все прекрасно. Источник энергии. Ты меня нисколько не Я поняла. Удивил. Согласна. Ручная работа. Всего хорошего. Я поняла. Ой, сейчас лопнет. Забираем его на орудие, и все, на этом все заканчивается. Доступны новые области. Объект атакует. Люблю таких. Люблю таких. Поступили сообщения. Ваша цель — захватить техцентр ГСБ во славу пророка. Да! Очень нужное задание. Чем местами не нравится ярость Кейна, все сводится к одной шляпе. Захвати то, захвати это, вот, ну, серьезно прям. Оно иногда, вот это вот задание, оно напрягает, что ты тупо бегаешь, захватываешь какие-то здания, как, ну, занимаешься какой-то шляпой, вот, если честно, вот. Вот просто, вот. Как по мне. Мы строим для братства. Доступны новые постройки. Строительство. Да. Я поняла. Со мной не шути, не останови. Так, можно захватить вот это вот, самое дальнее, да? Строительство завершено. На отшибе идет. Обнаружен противник. Строительство. Строительство завершено. Строительство завершено. Не спать. Объект атакует. Куда спешим? Ясно? Кого там атакуют? Что-то я не понял. Развертывание невозможно. Доступны новые постройки. Строительство. 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 Почему никогда не это, да? Почему никогда не получается построить? Строительство две, завершено. Да? Объект потерян. Развертывание невозможно. Я не знаю, вообще будут они нападать, нет? Но этот момент мне Обнаружен очень сильно противник. Интересен. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Строительство. Строительство. Строительство завершено. Строительство завершено. Еще строится. Доступны новые постройки. Подготовка. Да, я готова. Вот оно, да, что? Строительство. Строительство. Братство. Строительство. Строительство. Строительство завершено. Строительство завершено. Развертывание невозможно. Строительство завершено. Строительство. Строительство завершено. Объект атакуют. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Объект потерян. Утрата энергии. Доступны новые постройки. Ну, началось, строительство. Блин. Развертывание невозможно. Строительство завершено. Развертывание невозможно. Нехватка энергии, как всегда, да? Развертывание невозможно. Развертывание невозможно. Ну ёб твою мать. Развертывание невозможно. Ну что такое-то, а? Развертывание невозможно. Объект атакуют. Строительство. Приостановлено. Отмена. Строительство. Так, у нас там борзы, да, есть? Строительство завершено. Строительство. Со мной не шутят. Смотри в оба.
Строительство завершено. На позицию. На базу напали. Развертывание невозможно. Двинется! Стреляй! Переждем здесь! Строительство завершено. Захватим! Захватим! Укажите цель. Строительство. Развертывание невозможно. Доступны новые постройки. Строительство. Строительство завершено. Строительство. Развертывание невозможно. Строительство. Так. Я слушаю. Строительство завершено. Подготовка. Строительство завершено. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Строительство. Доступны новые постройки. Строительство завершено. На базу напали. Развертывание невозможно. Развертывание невозможно. Готов к бою. Строительство. Строительство. Недостаточно всё. Средств. Все, бабосы кончились. Какие 5 минут? Да ладно. Строительство. Опять нельзя строить их, да? Ну почему их нельзя построить-то, вот эти вот бомбардировщиков-то? Как так? За мной не шутит. Строительство завершено. Не тормозим! А вот это что такое, я не понял. Маскировка включена! Они какого хера тут вообще делают? Нападай! Тебе не в массы! Будем бдительны! Давайте быстрее! Усовершенствуем. Как они вообще сюда проехали? Интересно. Я езжу тихо. Усовершенствуем. Призрак готов к бою. На базу напали. Строительство завершено. Так. Обнаружен противник. Усовершенствование выполнено. Строительство завершено. Что мы имеем дальше? У них есть сканеры. На базу напали. Идет ремонт. Недостаточно средств. Строительство. Усовершенствование выполнено. Строительство завершено. Обнаружен противник. Укажите цель. Так, бабосы у нас кончились. Вообще кончились деньги. Нет у нас больше тибериума. Печаль. Сюда что ли, только если. Вышек здесь точно нет. Залежи тиберия выработаны. Это верно. Свет его прекрасен. Собираем крестьян. Скорпион на связи! Тиберий освободит нас. Тиберий в массы. А как же Тиберий? Обнаружен противник. Скорпион на связи! Недостаточно средств.
Так, все, лавехи кончились. Маскировка включена. Что мы можем придумать? Ждем здесь. Устроим засаду. На базу напали. Пока они спят. Просто исчез. Давайте, ребята, тогда сюда идем. Поаккуратнее там. Обнаружен противник. У нас нет другого выхода. Будем отсюда таскать Тиберий. А что я могу еще предложить? Пока синий Тиберий восстановится, это пройдет очень много времени. Объект атакуют. Кто? У них есть сканеры. Ну что, правда что ли? Серьезные такие напористые ребята, ГСБшники. И я вас умоляю. Куда вы лезете? Идет ремонт. Идет ремонт. Идет ремонт. Обнаружен противник. Ближе к делу. Ваши распоряжения. Ближе к делу, да? Это что такое? Ну-ка. Не дремать. Может быть, это усовершенствование. Бонус? Скорпион на связи. Не, ну может быть там есть прокачка, а возможно 1000 тибериума. Обнаружим противник. Нет, прокачка. На базу напали. Просто исчез. Скорпион на связи. Да куда они там лезут? Куда они там пытаются напасть, я не пойму, а? Идет ремонт. Объект атакуют. Скорпион на связи. Вы все-таки вам не имется, я да? Жду. Ждем здесь. Здесь же тихо. Ну, давай-ка посмотрим, ждем что здесь. У них тут есть. Устроим засаду. Обнаружена база. Понятно. Когда в путь? Сдохни! Объект потерян. Недостаточно средств. На базу напали. Прячемся. Под землей. Они тут сделали два устроим ремонтных засаду. Поста, да? Ну! Объект атакует. Так, теперь у нас есть... Работа есть работа. Работа есть работа, братишка. Давай, у тебя что-то отлично. Как-то со здоровьем плоховато. Ты заболел, наверное? Подготовка. Так, синий теперь у нас уже возрождается. Надо быстрее, быстрее соображать. Обнаружен противник. Что у нас здесь? Приостановлено. Отмена. Братство верит мне. Конечно, братство верит мне. Братство верит мне. Объект атакует. Братство верит. Нужна помощь. Верь мне. Усовершенствование выполнено. Постройка захвачена. Маскировка включена. Так, отлично. Подготовка. Куда идем? Может, еще один завод построить? Строительство. Тиберий нужен прям жестко-жестко прям Тиберий нужен. Для того, чтобы что-то из себя представлять, нам нужно быстрее все это делать. У нас осталось 17 минут 33 секунды. Объект атакуют. Да кто там нарывается на вас? Будем да вы чё, ублюдки, вы серьезно что ли? Вы чё, зуб точите на братство нот? Нападай. Повышение. Ждем здесь. Контуженные, походу, да? На голову просто. Под землей. На нот батон крошит совсем уже. Строительство завершено. Призрак
готов к бою. Да, с плюшками, конечно, не ахти пока, но нам надо прям быстренько все делать. Недостаточно средств. Чем могу помочь? Ага, я понял. У них есть сканеры. Я жду. Когда в бой? Нас не заметят. А этот типа на разведке, да, там катается? Идет ремонт. Бэтмобил. Чё к чему, он там круги нарезает, наверное, резину протирает или тестирует. Ну, вы меня поняли, что он там делает. Мы сейчас делаем вот эту вот всю технику, которую я сейчас заказал, в течение объект 5 минут. И мы просто идем сносить объект все, что потерял. Там есть. Призрак. Это вы угораете, что ли, а? Вы вот кибилы мне вот скажите вот, а? Как вы даете проезжать, вот напали. Просто объясните мне, вот вы дали проехать ему, забрать двоих техников. Вот вы долбоебы, нет. У вас стоит значок обороны. То есть, ну если у вас стоит значок обороны, наверное, пока вы не получите люлей, вы не будете атаковать никого, да? Идет ремонт. Понятно. Укажите цель. А смысл какой тратить на это вот? Мне просто слов не хватает порой. Готов к бою. Да. Тибери в массы. Тибери в массы. Освободит нас. Свет его прекрасен. Призрак готов к бою. Сколько у меня призраков? Нас не заметят. Так, 9 штучек. 9 штучек, это так, это все, что я мог построить, я сделал, да, для счастья своего. Ну да. Призрак готов к бою. Укажите цель. Маскировочное поле нам нужно, чтобы взять какого-нибудь определенного товарища, будь то танк, будь то МСЦ, будь то у нас... пехота, переместить просто на нужное место. Так, вы бессмертные, да? Давайте. Дурачки. Просто скадочные дебилы, у меня слов нет. К зеленым полям. Там спокойнее. Приостановлено. Отмена. У нас осталось 13 минут до активации ионных орудий. Надо это быстрее делать. Ионное орудие, походу, где-то вот здесь. Обнаружен противник. Я просто не помню, ребята, где конкретно-то находится. Нет, это все на самом деле можно делать быстрее. Гораздо быстрее. Вот, просто вообще. Все можно сделать на задротке. Вот эти тайминги. Вот просто идти и... Но я так не хочу играть. Просто... Конечно, сила экономите ваше время, свое и мое, но да, это просто неинтересно. К зеленым полям. Увеличим темпы сбора. Приостановлено. Отмена. Все, собираем армию и топим. Чем быстрее, тем лучше. Скорпион на связи. Да я понял, что Скорпион на связи. Противник. Сила в Тиберии. Скорпион на связи. Приостановлено. Отмена. Подготовка. На крайняк сюда сделаем. К бою готов. Все, ребята, двигаем. У нас нет времени. Призрак. Хорошее место. К бою готов. Просто исчез. Я, конечно, может быть, неправильно сделал. Давайте сохранимся, хотя это вообще никогда не делал практически ни в одной игре для Тиберии. Там не третья часть, а таблетка сохранялся, но Кейн ярости его, как говорится, тоже. Посмотрим, может быть. А что сюда приперся-то? Здесь мост пробитый. Нам придется вот сюда идти. К бою готов. Ждем здесь. Под землей. Обнаружен Тиберий. Ждем здесь.
Смотрите, контейнер. Готовься. Под землей. Обнаружен противник. Всех стволов. Когда в путь? Я езжу тихо. Повышение. Просто исчез. О. Когда в путь? Нападай. Сдохни! Пока я спят. Когда в путь? Они все умрут. Сдохни! Когда в путь? Под землей. Объект атакует. Когда в путь? Убью! Когда в путь? Все, что обнаружим. Мы... Давайте, ребята, давайте, давайте. Маскировка включена. Прячемся. Сдохни! Дело на связи. Как ты там выживаешь, а, в Тибериуме? Скорпион на связи. У нас осталось 10 минут 15 секунд, ребята. На решение данных проблем. Скорпион на связи. Мы вместе. Призрак, ждем здесь. Скорпион Постановка на связи. Захвачена. Обнаружен противник. Маскировка включена. Я езжу тихо. Воу! Открутимся! Скорпион, нападай! Да, обестачивать быстрее все. Укажите цель. Повышение. Убил! Ждем здесь. Они тут ни хера и нету. Заводики, да? Молодцы! Устроим засаду. Я слушаю. Ну что, погнали. Захватываем последние два места. Я знаю путь. Объект потерян. Объект атакует. Огонь — это круто. Это легко. Постройка захвачена. Вполне. Нас не заметят. Из всех стволов. Последние ГСБшники спрятались. Огонь — это круто. Недостаточно средств. Ну что, наверное, принимаем поздравления во славу Кейна. Я не знаю, как эта миссия закончится, я, ребята, не помню. Ну, вроде, наверное, все уже. Устанавливаю видеосвязь. Легион, технологическое преимущество ГСБ в прошлом. Возрадуйся, ученые братства разработали несколько видов вооружения. Стань мечом пророка. Нам нужен мир. Принимаем поздравления.